Добрый день, дорогие друзья! Шаббат шалом! Мы продолжаем с вами изучение недельной главы Итро. И очень интересно, как Всевышний нас готовит к получению Торы на горе Синай. Он не сразу, он не то, что вывел нас из Египта, а сразу дал нам Тору. Нет. Он нас подготовил. Он не хотел, чтобы мы в таком возбужденном состоянии принимали Тору. Он хотел, чтобы мы успокоились. И наши мудрецы приводят пример. Мальчик травмировался, и его начали лечить. Прилагали родители все усилия, лечили его. Естественно, он несколько месяцев не ходил в школу, пока все лечение не прошло, все. После того, как он уже выздоровел, но еще был слабый. Позвонили из школы, сказали, что врач говорит, что ваш ребенок уже выздоровел. Но отец сказал, нет, он еще не окреп. Он должен побыть еще дома несколько месяцев. И также Всевышний с нами поступает. Когда мы вышли из Египта, мы прошли через много испытаний. И когда нас Всевышний сумел успокоить, когда все это прошло, все трудности наши остались позади, и мы перестали быть такими упрямыми, мы перестали плохо общаться друг с другом, мы общались друг с другом, и было между нами какие-то плохие отношения, но когда он нас успокоил, все помирились, все были заодно, вот только тогда Всевышний нас подвел горе Синай, естественно, опять он подготавливает нас несколько дней, и мы получаем Тору. И что интересно, наши мудрецы говорят, Всевышний не сразу дал Тору мужчинам, он сначала для этого подготовил женщин также. И наши мудрецы находят несколько причин, почему женщина должна быть на первом месте в получении Торы. Вот я их зачитаю прямо с книги. Существует несколько причин. Точно так же, как женщины становятся обязанными выполнять мицвот в 12 лет, на год раньше, чем мужчины, так и мицвот во время дарования Торы были даны сначала им. Если женщинам оказать такую честь, они будут прилагать больше усилий, чтобы научить своих детей Торе. Ашем сказал, после того, как я дал первую мицву Адаму, а не Еве, она совершила. Теперь я обращусь к женщинам, чтобы они не думали, что их нарушение мицвот менее важны, чем нарушение мужчин. И четвертое, к женщинам обратились сначала. Оказаем особую честь, ибо сыны Израиля были спасены из Египта благодаря заслугам праведниц. Вот так. То есть у нас женщина стоит на первом месте. Действительно, женщина играет огромную роль. Она играет роль, она воспитывает детей. И первая Тора, которая из нее исходит, идет детям. Дети от матери получают Тору первыми. Вот так. Что у нас еще есть интересного в данной главе? Тут еще рассказывается о праведнике. То есть, одна женщина, она была из Англии, жена какого-то вельможи. Она пришла к раввину, который был, был он в Иерусалиме равом до 1930 года. И было постановление выделять средства ученым. Он был чем большим ученым. Лав Саладер, по-моему, его звали. Эта женщина принесла ему огромную сумму денег и сказала, это на развитие науки, вот каждому ученому даются деньги. Он был ученым, большим раввином. Он сказал, что эти деньги я не возьму. Мне деньги не в приоритете. Она пыталась что-то сделать, уговаривала его окружение
еще одного раввина уговаривал, чтобы он с ним поговорил, что он взял все-таки это ему деньги, которые назначило правительство Англии, это было под Англией, Израиль был. И он не взял. И так он не взял, что она вынуждена вернуть было деньги назад в казну. То есть праведник такой, что трудно себе представить, что можно найти таких праведников. А Моше нуждался, по совету Итро, именно в таких праведниках, которые будут судьями. Попробуй найти человека бескорыстного, доброго сердца, мало того, что богатого, еще и умного, который может рассуждать и решать судьбу людей, быть судьей. И действительно, Моше это удалось. А сейчас очень трудно найти таких людей. И если будем искать таких людей, это очень сложно. Найти хотя бы одного человека. Вот такого, как этот Рав, о котором я говорил. И на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Берта Бат-Исраэль, Павел бен Ефим, Самуил бен Герш, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, за здоровье Светлана Бат-Клара, Шимон бен Исхак, Борис бен Мария, Анна Бат-Ривка, Полина, Пер Бат-Соня Сура, Лена Бат-Клара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Ефим бен Эстер, Двойра Бат-Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина Бат-Двойра, Йоси бен Раиса, Инесса Бат-Мейль, Гей бен Берта, Гея Ита, Фира Бат-Анна, Геннадий бен Лена, Ольга Бат-Светлана, Йосиф Дан бен Цара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Вадим бен Татьяна, Юлия Бат-Белла, Яков Йосиф бен Рахель, Шимон бен Мира, Фейга Бат-Берта, Ася Бат-Года, Марк бен Нина, Ира Бат-Вера, Леор бен Клара, Рафаэль бен Клара, Ханна Цепора Бат-Цара, Ида бен Хая Авива, Ефим бен Соня, Майя Бат-Фаина, Алексей бен Ольга, Гая Бат-Вадим, Мазал Бразас Гула, Ирина Батури, Арона Ребенури, Захоросший Дух, Арона Ребен Двора, Гиз бен Ахум, Авигаль Бат-Цара, Ханна Бат-Авраам, Рафаэль Эрилей бен Лариса, Панасай Брюд, Владимир бен Рая, Моша бен Маня, Марина Бат-Рая, Анна Бат-Александра, Борис бен Марина, Алексей бен Наталья, всего хорошего Олегу Марченко, всем браха Парнасакова, нам мазал то, что мы это время не грешили, учили Тору, всем всего самого наилучшего, пусть закончится эта страшная война, всем желаю крепчайшего здоровья, Шаббат Шалом.